Горы песка появились в сквере Казачьей еще в июле. С тех пор прошло больше 2 месяцев, но до сих пор ничего не изменилось. Сейчас мы видим даже 2 кучи. Одна за забором на стройке, но другую даже не отметили сигнальной лентой. В конце июля, после выхода сюжета ТВК, лента здесь появилась. Но ее очень быстро оборвали, говорят местные жители. Дети сразу облюбовали песчаные дюны. Кто-то бегает по вершинам, кто-то скатывается с них, а кто-то и вовсе пролезает под забором на строительную площадку. Сейчас с началом учебного года ребятишки заходят поиграть в опасную зону по пути со школы. Родители устали не на шутку переживать за них, ведь высота у песчаной кучи внушительная – около 5 метров. И даже сигнальная лента детей не останавливала. Такие игры, уверены очевидцы, могут обернуться трагедией. Мы совершенно не против обустройства парка, но мы против вот этого кучи песка. Она опасна для жизни детей, там бегают дети. И поэтому, конечно, нам это не нравится, родителям мы хотим, чтобы ее не было. Ее, соответственно, оградили, конечно, но всю ленту поободрали. То есть сейчас давно уже нет ограждений? Очень давно. Это было, наверное, в первый день. Потом она исчезла. Песок может осыпаться, засыпать детей. Это самое страшное. Дети там, да, я видела, кстати. Он прямо залазит и съехал на... Съехал, короче. Как думаете, это опасно? Это опасно, конечно. Ну, они огородили, а почему-то опять все порвали. Надо еще раз огораживать, очевидно. Я не видела никогда, что кто-то что-то контролировал. Ну да, дети тоже постарше лазят. Просто выискали тело, что детей не допускать, да, родителям. А вот контроля никакого не было, собственно. То есть дети одни же здесь часто гуляют без родителей. В этом году должны завершить второй этап благоустройства в сквере Казачий. Детские зоны и тренажеры уже оформлены, но окончание строительства спортивно-культурного комплекса на этой территории завершится только в апреле 2025 года. Подрядчик работ – компания из Тывы «Каменщик». Эта фирма и складировала песчаный грунт за строительной площадкой. Еще летом в мэрии уверяли, куча в сквере долго не простоит. Тогда стройматериал нужен был, чтобы подсыпать грунт во время работ. Однако песок стоял нетронутым, а работы по благоустройству, по словам жителей, пошли на спад. В конце июня стройку посетил и руководитель региона Михаил Катюков и в целом остался доволен. Он распорядился поставить в сквере больше тренажеров, и через какое-то время их установили. Однако потом работы остановились. Подрядчик пообещал до конца сентября убрать песок на строительную площадку. Такой срок нам обозначили и в департаменте градостроительства. В сквере Казачий строится многофункциональный спортивно-культурный центр. Подрядчик строительства временно складировал песчаный грунт на территории сквера Казачий, на той части, которую благоустраивать планируется только в следующем году. Складирование грунта – это временная, вынужденная мера. Он необходим для обратной засыпки котлована. После устройства свай и ростверков песок будет возвращен на строительную площадку. Это произойдет в конце сентября, ну, может быть, в начале октября. Пока красноярцам остается только ждать. А что касается оборванной сигнальной ленты, подрядчика обяжут ее восстановить. Елизавета Ополева, Владимир Антонов, новости ТВК.